третье место в сегодняшней гонке и денежный приз. Еще. Сергей Маркин! В 11-м мемориале Рената Марданшина занял представитель Октябрьского! За второе место на подиуме сегодняшних соревнований и денежный приз в виде стола подсчета 11-го мемориала Рената Марданшина приглашается победитель сегодняшней гонки, представитель команды «Мегалада» города Тольятти, мастер спорта Олег Пещерский. Становится победителем. Олегу вручается кубок за победу в сегодняшней гонке и денежный.